Итак, ребятки, в общем-то неплохо у нас тут бой нарисовался. Команда хорошая оборона, 26-27-28 уровень противников, то есть у нас брахиозавр, косарь урона 6000 жизни, и у него два, в общем-то всегда у него опережающий удар есть, ну, точнее замедляющий удар, и у него открыт опережающий удар, то есть он сразу будет ходить опережающим, то есть открываться нужно кем-то, у кого иммунитет и у кого скорость выше. Ну, что-то вроде того. Вторым у нас идет Диплодок. У него тоже есть замедление с двойным уроном. Еще и преимущество в нанесении урона с обходом брони. И ставит себе щит. Вот такая штука. Это, бля, трики тут не очень, да, хорошо себя чувствуют. И вот эти ребята. Я, в принципе, думаю, что одного возьму Птеровекса. У него есть подмена, и он шустрый. В принципе... там посмотрим. Будем по ударам смотреть. Ну, так вот, в принципе, я думаю, пойду. Как-то разберемся, думаю. У нас все-таки 4 варианта. У них трое. Думаю, разберемся. Так. Так. Кем я буду начинать? Я так и не подумал. Блин, у него что-то иммунитета нет. Тут сразу будет, скорее всего, брахик ходить. Ну, давайте пусть будут трики. Ну и вот брахиозавр. Что в таком случае нужно делать? Давайте смотреть, что у него по ударам. Ну, у него двойной урон есть, блин, он два косаря. Но у меня, в принципе, есть опережающие... тоже удар. Давайте посмотрим, как тут трики будут себя чувствовать. Так, мы... О, неплохо. Так, вот этот удар мы его запоганили. В принципе, теперь я предлагаю сделать даже вот так, например. Ага, и он сменился. И я сменился. И... А, у него же иммунитет у Птеровекса, блин, а чё я парился по этому поводу? Но у него есть двойной урон. Давай вот так, хотя бы, чтобы мы двойной урон пережили. Такая мелкая муха, да, способная завалить любого зауропода. О, полторушечку он теряет. Ну, в общем-то, он уже покойник. То есть я его бью и хана ему. Блин, ну подмениться, правда, я не могу. Ну, по крайней мере. Ему-то точно хана. Ну, пробил. Нет, не пробил. А, то есть у нас эта штука сколько? На сколько? На два хода. А, вообще шикарно, ребята. Вообще шикардос. Дай ему хана. А почему? Подождите, что это он не кочурился? У него же двойная потеря должна быть. Блин, ну, после удара что-то как-то странно у нас работало. Опять же, открываемся с трики, потому что он заведомо медленный. И ситуация та же самая. Дубль 2. Ему замедлять меня вообще бессмысленно, потому он не пользуется этим ударом. А вообще он им пользуется или нет? На тебе крит. Это была контратака всего лишь. Так, ну а теперь что? Ну а теперь мне, в принципе, двойной урон. Мне как бы его удары не страшны. Да, ну, трики уничтожителей, блин, и рексов, и зауропосейдонов, кого угодно. Так, Апатич, у тебя что? Замедление. У него удара есть сильный. Ну, давай, ладно. На контратаках можем сидеть себе спокойно. Так, вот этот удар прилетел. Так, а теперь можно, в принципе, подмениться. На самом-то деле, давайте вызовем
Вот этого парня. Мы быстрее. Так, ну следующий удар у него будет, конечно, замедляющий. Но у нас уже должен открыться опережающий паралич. Ага. Но после. Так, ну один удар я выдержу. 1100, блин. Ну, у меня такая штука есть. Блин, и не добил. Еще есть скритоном. Скритоном. Ух ты, даже трики быстрее, чем Апатич. Ну, это прикольно. Ну, все, один удар и контратака. А, даже и так. 1680, это без крита. А, я качну, может, его. 27 уровень. Потом я помню, что было что-то в районе 1500. Уже побольше. Че, прикольно, мне понравилось сражаться за уроподами. Даже если бы они были 30 уровня, было бы веселей. 15 косарей, вот это я понимаю. Обычный апатозавр, ну ё-моё. Куда мне их девать, апатозавров? Дракорекса мне насыпьте обычных 10 тысяч. Уранозавр. Так, что у нас тут по альянсу? Пока что ничего. Ну, обычные награды. Пеналазуха, я решил вот качнуть на 19 левел. Ну, чисто по фанам, потому что мне на 20 левел прокачана всякая ерунда, которая нужна была для гибридов, да? А вот такой вот довольно прикольный гибрид. Так, не сюда. Нам сюда. Вот я такая команда. Сейчас у меня поменял магнипиритора специально на вот этого парня. Так, с какой целью я это сделал? У нас есть башенька. У нас есть башенька. И она похожа, да, у нас были 3 зауропода, тут у нас 2 зауропода и один вот пара зауролов, смотрите, 6200 жизни, 7000 жизни и 7000 жизни, кстати, у них одинаково, да, у брахиозавра и у диплодока одинаковое количество жизни, чуть сильнее бьет брахиозавр, они все медленные, короче, я хочу взять двоих с кровотечениями, парнишек, специально, потом взять, кого бы еще взять? Ну, трики, в принципе, для подстраховки. Ну, троих с кровотечением брать не хочу, они как бы у меня слабые. Двоих хотя бы, да? Двоих бы взять. Здесь 2800, трешка. Ну, я думаю, этого хватит. Начну со спинатозуха. Ну, у них, скорее всего, будет пара зауролов первым. Что-то мне так кажется. Это, конечно, не по приколу, но ладно. Можно и Птеровекса взять первым. Ну, сейчас будем смотреть. Спинатозух должен один удар пережить всего лишь. Брахи. Блин, его ж замедлят. Его ж замедлят. Первый же удар будет это замедление. Вот сейчас будет замедление нам прилетать. Нет, ярость. Но он не пробьет. Чуть-чуть, но не пробьет. Так, ну а теперь что? Теперь бьем. Так, ну я все-таки свалю. Он типа меня замедлил, но я должен свалить. Ой, два кровотечения сразу у диплодоку. Два должно быть. Или первое попало на другого. Так, а что ты будешь делать? Ну вот так. А, я еще и атакую. Ой, ну все. Ха-ха, он труп. Замедление не сработает, потому что Птеровекс иммунное существо. Еще раз 3200. Вот это я понимаю. 6400 только за счет кровотечения. Брахик, но он избавился от кровотечения. Ну как он классно выглядит. Люблю брахиозавров, зауроподов. Ну, кровотечение и валим. Что нам еще нужно? Прекрасная атака Птеровекса. Так, ну и тут любой из... А, у меня типа замена заблокирована была. Ну, в общем-то, по барабану. Нам подмену не засчитали. Прикольно. Ну, в общем, просто себе так сидим. Сидим, курим в сторонке. Контратаками добьем, но он сейчас тоже кочурится. У него же там 30% жизни, да, потеряет. Или сколько от Птеровекса?
Очистился, сволочь-то такая. А, нет, кровотечение это не очистило. Блин, 1400. Ну ладно. А нам пофигу. Ярость зауроподов, трики абсолютно безразлично. Так, и Парозоролов вот появился, а подменяться-то ему уже и не на кого. Так, чем ты будешь меня атаковать? Да нечем ему меня атаковать. Это хорошо, что я не использовал очищение. Так, а сейчас он мне проатакует 1,5 урона. Ну ладно. Или либо очищение, но будет слабый урон. Все-таки 1,5. Ну, подменяться не на кого. Извини, дорогой. И добиваем. И добиваем. Все по плану, ребята. Ну, вот такая вот у нас каточка получилась. Так, давненько что-то я тут не сражался на арене. Наверное, месяц целый не сражался, ребята. Так, вот, смотрите, кто нам попался. Ну, давайте с трики начнем. Как это? Трики против Тородалозавра. Да, конечно, вариант не лучший. Не лучший вариант. А чем он будет меня атаковать? Задержка 1. Давайте тогда просто так сначала проатакуем. Ну, нам прилетает 1,5 урона. Оу, с критом. Неприкольно, конечно. Это было не прикольно. А вот это очень прикольно. Ну и вот так тогда. То есть щиты против него ставить бесполезно. А вот это очень было прикольно. Да, трики круче. Так, а вот теперь-то что делать? Вот так. Вообще-то трики я уберег, но вот этот парень же это сам сейчас окочурится. Так, Эрлик. Что сделает Эрлик? Он быстрее. Блин, больно будет. Ну, он пробивает. Какого уровня я, правда, не посмотрел. А, ну еще и кританул 23 уровня. Конечно. Конечно, больно. Давай, магнипиритор. Будет ли он исчезать? Нет, не захотел исчезать. Так. Ну и вот так. Блин, не пробил таки. Не выдержали мы. Он просто иммунитетный. Трики против него как-то не заходят. Ну, повезет, пробьем. Не повезет, не пробьем. Так, ну что. Последний бой. Юта Зинка появился. Он быстрее. Так, что у него там? Тут задержка. Давайте все-таки его запарализуем. Ну и вот так сделаем.
Почему вот так? Потому что у нас здесь броня, и надеюсь вот это сделать. Да. Ну, да. Holy shit! Это... Вот это плохо, да. Ай, блин, ну прокусил, ё-моё. Не фартануло.